United have to pull it back into midfield, where it's won back by a mixture of Lingard. Реформирование структуры клуба Вулверхэмптона стало определенным. Венгером. Антонио пасует в центр. Лингард бьет средний штрафной и забивает Джесси Лингард. Контратака Вестхэма. Боб. Лингард. Разворачивается Джесси. Отличная работа с мячом. Таковой, да, не слишком много. Да, вы видите, что сейчас даже Чилвелл там сыграл, запустил по левому флангу партнера, и счет становится 4. Забегает, Соуфал, Соуфал в штрафной. Что будет делать Чик? Передача на Лингарда, 1-1. В этом году, в 2021, три раза лишь выходил на поле, удар поворотом, а Вест Хэм тем временем. Лингард и Райс прессингуют его. Перехватывает мяч Вест Хэм, это Джесси Лингард. Уверенно, как Лингард. Продолжение единоборства. Соучик играет точно на Лингарда. Лингард набирает ход. Пас. Боун отрывается от Фафана. Боун делает передачу на пустые ворота. Лингард забивает. И это... Это Кейн, Де Брёйне, Грилиш и Бруно Фернандеш. Антонио. Антонио до Джессиго Лингарда. Там приел пилка. Лингард 2-0. Лингард, как хорошо играет Лингард. Затем Чемберс. Удан дриблинг, доброе подание до Бенрамы. Слава английского футболе настоящая. Все пробы пера Джесси Лингарда, передача на... Миливает, убивает мяч хозяева. Еще один неплохой прострел Регелона, Кейн. А поле Тоттенхэма в первом круге, тот же Тоттенхэм победили неделю назад. И с Ман-Сити играли в ничью дома. Нарушение правил, мяч у команды против игрока, который были правила нарушены. Лингард скорость сходу включает, уходит на фланг. Докер его преследует, Лингард. Сон, here for West Ham, into Lingard. Lingard, right-footed effort, straight at Ramsdale. Повеселее игра. Последние две минуты Лингард штрафной зарабатывает. Их наиболее импонует статистика Соучка, дотичанца личбы брамок. Now it's with Lanzini. Lingard to his left-hand side. Lingard on the ball, Ramsdale. Antonio, Antonio ma z prawej Lingarda, Jesse Lingard! Oj, 3-1! West Ham grae ma z Leedsem 8 marca. Lanzini out to Lingard. Bowen is the player running into the 18-yard box. Still with Jesse Lingard. Lingard goes for the shot at the near post. Good link-up play to open things up a little for him as he moves into the penalty area. Skips past the challenge, goes down, referee. Melier pulls off a tremendous save, but Lingard was alive and alert. Играть в обороне, чтобы не было повторения Вулверхэмптона и Арсенала. А Лингард с мячом, Лингард подает на дальнюю штангу. Диоп! Забивает! Оп! Ну что, вот зависимо, но Де Брёйне все-таки лучший ассистент команды по-прежнему в этом сезоне. 10. Контратака Вест Хэма может быть, и Боуэн играет на Лингард, а Лингард проходит передачу на... Де Брёйне, Лингард перехватит. Это симпатичная команда, которая поедет на грядущий чемпионат Европы одним из фаворитов. Момент! Кастань теряет мяч, чувачи, Кастань. Поражение для Ливерпуля. Команда в хорошей форме, тогда оно номинально правой, но играющий очень часто на левом фланге. Дели Алли теряет мяч пешим, но в атаке это проявляет. Стоунс, Алин по-разному. Арсенал, который пропустил трижды и спал на старте поединка, и Арсенал, который так... Яйца. А на поле также есть Пабло Фарнальс. Фарнальс меняет Бена Джонсона, который играл в том... Кресвелл до Джессиго Лингарда. Лингард, 20 метров от брамки, еще Лингард. Лингард перехватывает мяч. Бен Рахма, неплохо. А Лингард, Лингард вырывается в штрафную площадь, падает Джесси Лингард, пенальти. Лингард, Райс, Лингард. Лингард, Лингард сам идет. Пытается пробить слегка. Лингарду 28 лет. Подача, удар, голову.
попереднім сезоні. По словам самого Мауріньо, тільки на следующей неділі в матчі Ліги Європи, но как и Харікін. Now it's Bowen in front of him. Bowen squares it to Lingard and sliding in on Lingard. Виїзне пораження від Ліверпуля 2-1. І поэтому Вест Хэм сейчас идет. Лінгард на лівому